Студенты красноярских вузов на один день стали дорожными полицейскими. При поддержке опытных сотрудников ГАИ ребята будут ловить нарушителей правил дорожного движения. Мероприятие проходит в рамках всероссийской акции «Студенческий десант» и приурочено к Татьяниному дню. Сейчас вместе со студентами находится наша съемочная группа. На связи со студией Сергей Сеславин. Сергей, как успехи у молодых дружинников? Ксения, добрый день. На данный момент ребята вместе с сотрудниками ДПС остановили 8 нарушителей. Конечно же, основную работу выполняют полицейские, они проверяют документы, а студенты, здесь, кстати, представители двух учебных заведений, СФУ и одного из техникумов, они смотрят, как работают полицейские. Ну, подробнее о этой акции нам расскажет Ксения Смоловуз, сотрудник полка ДПС. Ксения, добрый день. Здравствуйте. Чему посвящена эта акция и как отбирали ребят? Акция эта проводится ежегодно, приурочена она к Международному дню студента. И в рамках этой акции студенты красноярских вузов могут на один день попробовать себя в роли полицейского. Именно эти ребята выбрали для себя службу дорожной полиции, поскольку многие из них, в принципе, смогут по своему профилю выбрать эту профессию своим будущим. И поэтому вот такая уникальная возможность познакомиться, так сказать, вплотную с работой инспектора ДПС. Как-то их отбирали специально, готовили заранее? Мы, конечно, в первую очередь учитывалось желание самих ребят. Ну и, конечно, предупреждали о том, что погода на улице достаточно прохладная и провести придется как минимум час на открытом воздухе. Это тоже, может быть, не каждый выдержит. Ну и много общаться приходится с людьми, участниками дорожного движения, это как пешеходы, так и водители. Поэтому в первую очередь должно быть желание, коммуникабельность, и тогда все получится. Ксения, вам спасибо. Ну, больше подробностей о том, как завершилось это мероприятие, я расскажу уже в последующих выпусках наших новостей. На этом у меня все.